Пришел, значит, молодой юнга наниматься на шхуну. Ну, значит, капитан его провел, показал, где корма, где нос, где рундуки, где каюты, камбуз. Ну, и, в общем, договорились. Юнга у капитана спрашивает: капитан, а сколько продлится плавание? Он говорит: ну, полгода. А как же полгода я буду обходиться без женщины? Поэтому, молодо зелено, пойдем покажу. Заводит его в пустую каюту, там на стенке нарисована женщина, так красиво, в натуральную величину, и на интимном месте дырочка. Он говорит: вот. Он: о, а можно попробовать? Тут раз, попробовал. Можно еще? Да, конечно. Он еще раз попробовал. И что, говорит, так каждый день? Он: ну да, кроме четверга. Он говорит: а почему кроме четверга? Ну, потому что в четверг твоя очередь за стенкой стоять.